организовал семинар «Центр занятости населения». Его участниками стали кадровые работники различных предприятий курорта. Цель – повышение их профессиональной квалификации и юридической грамотности в условиях меняющегося законодательства. Все, что сейчас происходит, это профессиональные стандарты, это неформальная занятость, это достаточно большое нарушение все-таки трудового законодательства в отношении работника. Оно все у нас постоянно активизирует и постоянно инициирует нашу активность, скажем так. Мы стараемся все лучше и лучше работать и все больше и больше предлагать им семинаров. Ну, год мы проводим, наверное, 100 семинаров как минимум. Семинар посвятили прошедшему дню кадровика. В связи с этим лучшим сотрудникам от администрации города вручили благодарственные письма и грамоты за слаженную работу и кропотливый труд. Ближайшее мероприятие, которое проведет Центр занятости, это ярмарка вакансий для несовершеннолетних. Ее традиционно проводят в преддверии летних каникул.